Друзья, всем привет! После того, как я опубликовал ролик, где я апнул 4300 кубков, некоторые начали в комментариях писать: Холдик, зачем ты страдаешь, если видишь, что тебе фулл прокачка подбирается? Ну, у тебя же доступен зап, мегаминдион, бери и прокачивай. Собственно, я не против, зачем мне правда поднимать трофеи, чтобы прокачать их там, если я могу это сделать заранее, и мне будет проще поднимать, собственно, эти же трофеи. Поэтому сейчас прокачиваем мегамуху и прокачиваем разряд. Вот, также я хотел вас спросить по поводу рамочки. Многие писали, это тоже такой момент важный, в комментариях и на стриме, типа: Холдик, рамка топовая, нравится, но мне привычнее тебя видеть с правой стороны. Ну хз, ребята, я сделал с правой стороны, вот так вот выглядит рамка. В принципе, тоже прикольно, но как-то вот, мне кажется, ну не знаю, что-то не то. Хотя не знаю, смотрите сами, она и справа тоже нормальная рамка, слева шарик. Можно и так, можно и так, смотрите сами. Напишите в комментариях, как вам лучше. И также напишите в комментариях, стримит твинка или же основу. В общем, пишите, ставьте лайки. Ну, не знаю, честно. Да, в принципе, это нормально. Если вам удобнее, чтобы я был справа, я оставлю эту. Ну, буду записывать ролик пока с этой рамкой, потому что более привычнее мне пока что так. Но если вы хотите, чтобы я был там, я буду пилить вот с этой рамкой. Все, ребят, давайте прокачиваем. 100 тысяч золота трачу на разряд. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Я вас прошу, потому что мне поддержка каждого человека очень важна. Итак, разряд максимального уровня. 13 левел. Ну что ж, я сделаю скриншот. Я сделаю скриншот. И 1600 опыта мне идет. Дальше я делаю мега... Не делаю, а прокачиваю мегамуху на 11 уровень. И тоже делаю скриншот. Отлично. Это первые две карты, которые максимального уровня. И еще один скриншот. Давайте их поставим рядом. Я хочу, чтобы они были рядом. О, нормально. Две карты уже максимального уровня. Ну, ребят, это, конечно, все круто, но надо теперь соответствовать еще своим кубкам. Давайте подниматься по трофеям, поехали в бой. Ребят, вы меня, конечно, простите, но те атаки, которые были только что, я их не вставлю, потому что, ну, это очень зашкварно, и я не знаю просто, что происходит. Блин, мне уже стали подбираться 13-е кор-гиганты, 13-е элитки. И не то чтобы их боюсь, мне вообще срать на них и на этих гомосеков, которые играют с этой с этими картами. Просто я только ставлю голема, и он элиток на 3 короны выбросил, и я не успел задефаться. Мою вышку бедную 9 уровня сломали просто 2 элитных варвара. Это неправильно. Вот, дальше. Вот тут я проиграл, короче, он выбросил голема, потом шарик, и я хотел шарик на главную вышку, в итоге сразу 3 короны проиграл. Ну там вообще фейспалм. Вот тоже идиотина. Блин, 13 миньоны, 13 элитки. Короче, ребятки, ну, блин. Выше я не поднялся по кубкам, поэтому давайте хотя бы 4300 вернем. И, скорее всего, сегодня будет стрим на твинке, хотя не знаю, посмотрим. Может быть, я захочу отдохнуть от этой помойки, потому что это реально помойка. Я ее презираю, эти кубки, эту прокачку, этих соперников, я их ненавижу всей душой. Ничего не могу с этим поделать, я... на самом деле добрый, но я их ненавижу, я просто их, сука... Вертел, блин, на одном месте. Ну, правда, ну просто... Не знаю, я им ничего плохого не хочу желать, но как они меня бесят просто. Это я хочу с этой помойки выбраться, но пока что играть не сильно хочу на этих кубках. Поэтому, скорее всего, будет... Блять, вы видели? Там вот так вот ХП на пушке, он кидает фаербол. Ну, додики, просто такие додики играют. Вот, и бомбит меня от того, что им я проигрываю. Ну, то есть это факт. Это факт, что это додики. Ну, блин, ну, камон, вы видели, куда он фаер только что слил? Мега миньон. Ладно. Я не сдаюсь ни в коем случае. Вы не подумайте, что типа все, мне надоело, я на этом аккаунте играть не буду. Я буду играть. Ну просто мне нужно немножко, наверное, отдохнуть от него. Поэтому. Я не знаю, я подумаю до вечера, где я буду стримить, либо на основе, либо на твинке. Наверное, на основе. А может и на твинке. Не знаю, посмотрим. Посмотрим. Просто, типа, ну тут пока что прокачка никак не изменилась. Я могу в любой момент, когда подниму прокачку, быстро поднять до 4900. В любой абсолютно момент. Вот, поэтому... Так, ну тут вот так вот poison. И жду варваров. Я жду варваров. Давай. Давай варваров, идиот. Я знаю, ты выбросишь варваров. Нет. Либо эликсира не хватило, либо... Либо, ну, что-то в голове появилось у него, что он думает, нету бревноки. Он кидает бревно, когда по-любому вышка уже снесена. По-любому вышка снесена. Ну, смотрите, мы... Коль он такой Вася, мы попробуем сделать вот так. А, он варваров слил, все. До свидания, вышка. Готовим разряд.
Сейчас на банду гоблин. А, он вообще отбитый на голову. Я думал, он будет дефать пушку на колесах, а в итоге он дефает вальку бандой гоблинов. Фаербол. Бля, он так карты выбрасывает тупо, что даже я так никогда не тупил. Хотя у меня было все. У меня таких ситуаций было, что... Так, ну тут торнадо. Потому что сейчас еще какое-то говно полетит. Ну вот, например, варвары. Ну это три короны просто. Наказали его, наказали. Но опять же, напишите в комментариях, вы что хотите, стрим по твинку или на основе, если прям вот большинство скажет: «Холдик, твинка, пожалуйста, только твинка». Ну как я могу отказать им? Ну хотят они твинка, будет твинк. А если я увижу, что типа, ну, кто-то основу, кто-то твинка, и типа мнения будут разделяться, да, вот, то типа мне какая разница, да, тогда я уже сам выберу. Понятно, что какие-то будут, может быть, недовольны. Хотя, ребят, ну, нормально. Приходите, катки будут везде веселые. Что на твинке, что на основе. Кирт. Поехали, Мега Миньон. Так, это первую катку, да, только я выиграл на видос, получается. Разряд! 13-й разряд. Или какой? 13-й, да. Я гребаный донатер перекачанный. Так, ставим... Блин, голем. Как, сука... Надо, наверное, записать видос топ-5 бомбящих моментов в Clash Royale. И это один из них. Когда я хочу поставить карту на определенную позицию, ну, у меня, когда я отрываю палец от айпэда, у меня, типа, по экрану соскальзывает, и я не на ту клеточку, либо не на ту область выбрасываю карту. К примеру, вот как голем, я хотел его на левую сторону, а он случайно на правую поставился. Когда я использую торнадо, тоже такие ситуации происходят, и очень часто причем. Тут этот, poison. Так... 13 мухи уже пошли, окей. Так, а чем он нанес урон слева, я не понял. Че я там пропустил? Не могу сейчас вспомнить, ладно. Так, типа Мега Миньон давайте, да? Его будет достаточно. Че, куда бочка летит? Разряд, хорошо. Големста, нет, ладно, не будем ставить голема. Тут Валькирия. Ё-моё, Валька сколько урона нанесла. У меня две вышки уже пострадали. Камон. Так, тут у нас торнадо. Отлично. Видели, да, как Валькирия? Просто бешеный КБД. Так. 600 хп. 600 хп. Ну, как-то не хочется 600 хп целую атаку строить. Давайте сломаем ему слева вышку. Сейчас двойной эликсир будет. Я думаю, мы его сломаем просто. Так. Здесь у нас пушечка будет. Так, что он задумал? Что он готовит? У меня разряд уже есть. Даже не думай. Че, у него кладбище еще? Если не понимаю. Так, Мега Миньон. Этот. Разряд. Хорошо. Бля. Валькирия. Валькирия на себя приняла урон. Ну что я хочу сказать? Мушкетер же мне нанес урона. Точно. Короче, я ставлю голема, ребят, на правую сторону, потому что 30 секунд осталось, и я еще ни одну вышку не снес. Так, тут Валькирия. Мега Миньон. Блин, разряда нет. Разряда нет. Пушка. Пушка. 700 хп осталось. Так, орда миньонов. Разряд. Разряд. Так. Пушка сейчас снесет еще слева вышку, смотрите. Смотрите, оп. Давайте. И здесь poison. Все, я выиграл. Ох, ты ж гребаный Clash Royale. Как же я нервничаю из-за тебя, не знаю почему. Вроде бы обычная игра, последняя катка, гоу. Видео записывается уже 30 минут, а у вас где-то от силы, ну, минут 10 сейчас. Потому что, ну, я вырезал там минут 10 с ролика. Не, больше, чем 10. Так, поехали. 11 уровень, ну окей. Я не хочу ждать, пока этот соперник отдуплится, потому что они, сука, вечно в начале сидят и ждут, пока ты первый ход сделаешь. Окей, держи первый ход, держи фору. Меня просто бомбит, я хочу по-быстрому вас всех наказывать. Понеслась, элитки, мне похер, что, давай, всех подряд сюда. Всех сюда, все сюда подошли. Так, ставим голема. Мегамуха сейчас получит люлей от моей мегамухи, отлично. Пилюлей. Так, ох, голем 6 уровня. Ну, у меня 7, ясно, я сильнее. Так, блин, а вот сейчас, конечно, что подкинуть-то? Ладно, все зависит от того, что пойдет у него за големом. Если принцы, то это плохо. Нет, отлично. Тогда дракон. Дракон. Здесь
сука, его дракон. Ладно, Валькирия. Там Poison пока не надо. Мега Миньон давайте еще. Так. Так. Блин, использовать торнадо до того, когда взорвался бы Голем, было бы вообще шикарно. Но так не получилось сделать. Тут используем разряд. Снесут вышку, ребятки. Снесут вышку под рейджем. А, нет. А, да. Да. Пригрел змею. Это я про ведьму. Ну, просто я ее пожалел. Не хотел поизон на нее выбрасывать. А она в итоге сыграла очень плохую шутку со мной. Добила вышку, сучка. Ставим голема. Я пойду, наверное, на три короны, потому что... Хрен его знает, как его лучше поступить сейчас. Пушку может на деф. Слушайте, ну я, наверное, на три короны пойду. У меня есть шанс на три короны его выиграть. Поехали. Поехали. Тут Валькирия. Тут Poison, просто Poison. Так. Быстро дровосека снести. Найс. Просто Poison, отлично. Да, я теряю вышку, это 100%. Но у меня план снести его на три короны. Он сливает Poison, отлично. Так, мы здесь используем торнадо. Используем торнадо, используем разряд. Найс. Так, сейчас тоже будем использовать Poison. Используем Poison. Так, отлично. Дровосек пошел его. Я должен его словить Валькирей. Найс. Ну и, в принципе, мой план сработал. Все. 44 хп. Фух. Ха-ха, я думал, не добью. Собственно, я это и запланировал. Он слишком много юнитов слил на... в атаку и забил на деф. Это, конечно, плохо для него. Вот, ну соперник нормальный, с хорошей прокачкой, ну как, с обычной прокачкой, то есть обычный соперник, я даже был лучше прокачан. Все, ребят, о, давайте краун чист откроем, может быть лего, ага, хрен там нарыло. Ну все, ребят, я не знаю, я подумаю еще, твинг будет или основа сегодня, подписывайтесь и ждите новые выпуски. Я извиняюсь, что так получилось, блин, я хотел на видосик 4400 поднять. Ну ничего, на стриме мы однозначно поднимем. Спасибо вам, я разыгрался, поэтому ждите. До новых встреч, пока.